Масло расторопши нейтрально по вкусу и имеет приятный запах подсушенных орехов. После первого применения открытую бутылочку храните обязательно в холодильнике с закрытой крышкой. Масло расторопши входит омега-6, омега-9, макро- и микроэлементы, калий, магний, марганец, фосфор, цинк, селен, хром, медь, бор, железо. Масло расторопши усиливает иммунитет, восстанавливает после тяжелых болезней, операций, лучевой и химиотерапии. Расторопша – прекрасное растение для лечения печени. Поэтому и масло расторопши лечит циррозы, гепатиты, дистрофию печени, выводит токсины. Из-за наличия силимарина восстанавливает клетки печени. Особенно полезно применять масло при отказе от спиртного и табака и наркотиков. Наличие антиоксидантов, в частности витамина Е, говорит об онкопротекторных свойствах масла расторопши. Масло расторопши замедляет старение, снижает холестерин, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, снимает воспаление и делает сосуды эластичными, борется с малокровием, помогает при гастритах, геморроях, колитах, благотворно влияет на поджелудочную железу, улучшает состояние кожи, лечит раны и часто используется для массажа. Противопоказаний у масла расторопши немного. Это обострение холецистита и желчекаменной болезни, а также аллергия.